Скажи, пожалуйста, ты сегодня стал одним из героев матча. За счет чего тебе удалось пенальти взять? Интуиция. Интуиция? Ну, то есть ты знал, что вот именно туда будет пробиваться? Нет, просто знаю и все. Ну, сегодня практически твой створ ворот очень было мало ударов. Тебе нравятся такие игры или больше те игры, где вот все-таки постоянно надо на напряжении быть? Больше там, где напряжение. То есть сегодняшняя игра как бы тебе не очень, да, понравилась? Не очень. Ну, а что в целом ты скажешь о команде Ника? Ну, сильный противник, но, видно, сегодня не их день. Команда на броне фискует! Привет! Насколько сложно вот началась игра? Пока нормально. Ну, все-таки борьба идет возле ваших ворот. Чем это связано? Это такая тактика или нет? Нет, просто мы не сыграны, и так получается. Вов, извини, что отрываю, но просто хотелось узнать. Вы висите на воротах соперника, столько ударов, но нету ни одной цели. С чем связано? Не достигнут. Бестолковость. Бестолковость конкретно какого-то человека или группы людей? Капитан, организатор. Ну и все-таки, почему так получается? Что необходимо сейчас изменить? Ты будешь пытаться что-то вводить, какие-то изменения? Я думаю, команда. Как ты считаешь, вот из этих стоящих людей здесь, кто первый забьет, распечатает? Из этих? Я думаю, Погиенко. И не будет ли трагедии для вас, если вдруг Биохазард первым откроет счет? Не будет трагедии. Я думаю, что мы выиграем. Олег, пожалуйста, почему в этой игре именно ты забиваешь? Да черт его знает. Ваша команда на меня играет. То есть ты другим не дашь? Не, я отдаю другим, конечно. Вон отдаю, только они не забивают. Серёга, сколько еще ты голов забьешь, как думаешь? Два еще будет точно так же? Нет, два нет. Три, да. Три уже точно забьешь, да? Давай, минимум давай. Еще три. А что бы ты смене, которая сейчас играет? А? Пожелал бы смене, которая сейчас играет, или посоветовал? Которая сейчас на поле. Нашей? Ну вот нет, которая сейчас играет людям. Да, чтобы они забили. Главное, что выиграет команда. А то кто забьет, то не важно. Женя, скажи, у вас сегодня игра со Скифом, это тяжелая будет игра? Ну, одна из решающих. У нас Скиф и отрадно остался из самых сильных соперников. Поэтому все решится сегодня и в следующей игре. Можно ли сказать, что если вы Скифа обыграете, все, вы чемпионы уже? Не, я же сказал, у нас две игры осталось решающие. Поэтому если мы обыграем Скиф, то мы занимаем первое место в строчке. Потом с ними с отрадным разыграем первое место. Если проиграем, то тогда уже шансы не в нашу пользу складываются. Насколько серьезно вы сегодня подходите к игре? Ваш состав отлично. Максимален? Не, не максимальный. У нас нет несколько исполнителей, Валерика Александра. Ну с чем это связано? Почему вы так, ну как бы можно сказать, не настраиваетесь, чтобы уже закрепить за собой первое место? Дело в том, что у людей разные, как бы, мы не профессиональный клуб, поэтому люди, один уехал отдыхать, когда человек отдохнул, второй по другим причинам не может. Поэтому, в принципе, состав собрался, но не оптимальный полностью. Поэтому... Ты считаешь, что забьет первый, вы или Скиф? Я надеюсь, что мы забьем. Так как Бог даст. Спасибо. Thank you.
ли в ничью мяч перевести или нет? Не знаю, тяжело сказать. Больше шансов у соперника сейчас забить, чем у нас. Но мне кажется, что вы немножко уже нашли свою игру. Если раньше игра проходила на ваших воротах, а теперь и туда идет. Да, чуть-чуть сыгрались, потому что как бы первые туры, вторые была команда вообще не сыграна. Много новых игроков было. Ну вот со стороны у вас очень сильный большой брак в передачах точных. С чем это связано? Почему? Я думаю, с непониманием игроков друг и друга, потому что как бы не сыгранность, просто не сыгранность. То есть в следующий год будет намного лучше, да? Я думаю, да. Ну а все-таки прогноз, вот какая вероятность того в процентном соотношении, что вы сможете в ничью сыграть? Я думаю, 50 на 50. Сейчас забиваем, я думаю, может быть, даже и победу выберем, если забьем. 161 на 70. Спасибо. У вас будет достаточно важная игра сейчас. Вот насколько команда настроена на команду «Динамо Отрадный»? Всегда в дерби тяжело. Когда дерби, можно сказать, фанов родного клуба, тут хочется всегда выяснить, кто лучше среди лучших. Так что будет тяжело, будем настраиваться, нам терять очки нельзя. Номинально в таблице сейчас «Динамо Отрадный» выше вас. Имеет какое-то значение или абсолютно нет? Нет. Можно ли сказать, что сегодняшняя игра решит, кто будет чемпионом в итоге? Ну, я бы не торопился. Еще же есть другие команды. Насколько Скиф сегодня находится в боевом составе? Ну, в принципе, в боевом. То есть сегодня все готовы к бою, да? Да. Хорошо, спасибо большое. Саня, кому вы хлопаете? Болельщикам нашим. Скажи, пожалуйста, за счет чего вам удалось победить? Команда игра. За счет наших болельщиков. Они нас поддерживают сюда. Вы связываете нашим болевальницам. Ого, а что это Тёма на украинском языке заговорил? А он просто на курсы украинского пошел. А, я понял. Ну а реально, сегодня было легко играть? Или что-то? Почему-то вы все время тут лично спорил постоянно. Артём, пытался ауты, может как-то развести судью. Не, ну мне казалось, что от него уходил. То есть ты просто не на эмоциях, не какая-то тактическая, вернее, а просто действительно думал, что не так, да? Понятно. Все благодаря нашим болельщикам. Говорит о том, что вы уже победили. Победим после финального свистка. Так, что вам удалось сделать такой быстрый гол? Комбинационная игра и своя отдача. Что забил? Фамилия, имя? Куликов Владимир. Он сегодня будет висеть, вернее, его фотографии на всех столбах в Отрадном? Нет. Мы не зазнаемся. Мы скромные люди. Я видел, как вы хлопали скромно в ладоши. Но эмоции есть эмоции. Нинка, долго ждать второго мяча будет? Ну, посмотрим. Я думаю, если Скиф начал, в принципе, аккуратно, они не бегут сильно вперед, начали от обороны. Если они сейчас раскроются, побегут вперед, будет шанс поймать их на контратаке. Вот. Если же дальше будут продолжать, то, я думаю, будет посложнее забить. Хорошо, пацаны, спасибо. Thank you.
победа уже? Нет. Это еще четверть победы. Что необходимо для победы? Еще 20 голов? Удержать результат. Играть так же, как начали. Сохранить настрой. За счет чего вам это удалось? Ну, сделали выводы с прошлой игры. Перестали холодно относиться. Ты забил первый гол? Сопернику, да. Ты думаешь, забьешь и последний? Поставишь жирную точку? Ну, хотелось бы, конечно, но... Ну, а реально, там сколько еще голов забьете, как думаешь? Я не берусь предсказывать, команда хорошая. Не знаю, как, что там будет дальше. Понятно. Ну, удачи вам, спасибо. Спасибо. Мне просто скажите, как вы, довольны результатом? Да, довольны. Можно ли сказать, что эта победа именно за счет того, что вы именно так болеете и переживаете? А во втором уже нас, что мы их поддерживаем. И считаете заслугу только игроков, а на втором плане уже наши заслуги. Можно ли попросить вас еще раз сказать, ну, просто ваше, как бы, я не знаю, как-то речевку, для того, чтобы просто вы стали примером для других команд, чтобы они тоже имели болельщиков или нет? Хорошо, давайте. Да. Своего соперника, да? 13-0. Ну, после поражения стоит отыгрываться. Ну, не мучила совесть, что все-таки, может, не надо людей так настраивать после праздников? Надо. Или вы просто хотели показать другим командам, что и вас стоит мы бояться? Мы хотим и другим командам показать то же самое. А вот исходя вот из этой игры, ну, как вы считаете, кто больше заслуживает победы? Скиф. Скиф, да? Да. Несмотря на то, что Динамо Отрадный выиграл. Абсолютно. А для вас, вот по турнирной таблице, кто все-таки лучше, чтобы сегодня проиграл? Все-таки, конечно, Динамо Отрадный лучше. То есть для вас Динамо Отрадный более принципиальный соперник? Да, ну как бы соперника уважать надо. То есть все соперники хорошие. Ну, у вас там было, кажется, один случай, да, когда вы проиграли неожиданно, да, расслабились? Чем случайно. Уже все получили, не да? Не настроены как бы? Были. Больше такого вот не повторится? Больше такого не повторится, обещаю сразу. Хорошо, и с Динамо Отрадным еще предстоит игра? Да. Как вы считаете, кто фаворит этой игры? Я без понятия, не буду загадывать наперед. Но я, фаворит Отрадный? Я верю в то, что я выиграю, 100%, да. Ну, спасибо за веру, всего удачи вам. Команда Благодать, одна из самых сильных команд на турнире. Вы сейчас играете с командой Едни. Все, это вы победили, 3 очка в кармане? Да нет, не 3 очка. Игра покажет, что будет. Мяч круглый, поле квадратное. Ну, а вы смотрели за игру Динамо Отрадного? Только что смотрели. Неплохая команда. Кто вам больше нравится? Да. Из них? С этой команды? Угу. Динамо Отрадный сильный. То есть Динамо Отрадный однозначно? Динамо Отрадный претендент. Где ваши игроки? А? Где ваши игроки? Да должны потянуться, мы сами не знаем. Вы уже своих соперников не цените, вдвоем будете играть. Ну, втроем. Ну все, удачи вам. Пол-легионер.